Первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и ее коллега по партии Дмитрий Голубков встретились с жителями Звенигорода в арт-салоне Центральной городской библиотеки. На встрече обсуждались проблемы, которые накопились за период пандемии, и планы по благоустройству города. После майских праздников начнутся работы в центральной исторической части Звенигорода в зоне проектирования гостиного города. В ближайших планах – благоустройство прилегающих улиц.